Предпринимателя, чей маршрутчик в середине июня сбил троих подростков на зебре, проверила прокуратура. Итоги неутешительные. Перевозчик, который обслуживает маршрут номер 222, серьезно нарушил лицензионные требования. Водители не проходили инструктажи по безопасности и пропускали медосмотры после рейсов. При этом соблюдение ими режима труда в течение дня никто не контролировал. Возникли у ревизоров вопросы и к тому, в каких условиях хранился транспорт. Западно-сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора выдало бизнесмену предписание. Помимо этого, составлен и уже передан в суд протокол об административном правонарушении. Напомним, перевозчик обратил на себя пристальное внимание контрольных органов после того, как один из его водителей сбил несовершеннолетних на пересечении улицы Думской и проспекта Маркса. Подростки переходили дорогу по зебре на зеленый свет. По факту этого ДТП продолжается расследование в рамках уголовного дела.